Родители школьников могут спать спокойно. Преступника, который средь бела дня напал на 9-летнюю девочку, удалось разыскать по горячим следам. 24 марта в подозрении к совершению данного преступления задержан местный житель, которым оказался гражданин Российской Федерации 64 года рождения. Ранее не судим, не работающий. Певшая его уверенно опознала. Был установлена одежда, в которой он находился в момент нападения. О мотивах преступления до настоящего времени подозреваемый не сообщает. Подозреваемый находится под арестом. Следователи выясняют обстоятельства совершения преступления и намерения похитителя. Также предстоит узнать, не этот ли человек в декабре прошлого года ранил ножом женщину и мальчика-подростка.